Он сегодня дома, он сегодня один. Он немного болен, немного устал. Сам себе трубаду, сам себе господин. Он коньяк с хагором зачем-то смешал. А за окном темно, смотрит Фордочку ночь. Из какой-то радости парень напился, а ему, бедняге, уж ничем не помочь. Он устал быть тем, кем сегодня родился. Он глядит, но забыл на блюде, включаем на кухне газ. Он чужую боль заглушил цитрамоном. Он глядит на стены и видит родной Прованс, где когда-то взрослый виконтом Раймоном. Он вернулся на землю сквозь дни и года, семь столетий назад безвозвратно ушедший. Вспоминает об этом Раймон иногда, а друзья говорят про него сумасшедший. И снова битва идет для него каждый день. Только ныне масштаб поражения не равен, от былого осталась лишь зыбкая тень. Сдам французам безе и запален экзамен. Витражом Карлсона. Возвращаясь назад, он неспешно идет, игнорируя огненный взгляд светофора, ибо знает, что знамя его упадет, и растопчут его крестоносцы Монфора. И отбывает он вновь летний свой карантен, заблудившись в сети бесконечно. Ищет отдыха в рассыпях тель.